Всем привет, друзья, с вами Эзермет. И сегодня в Форсаке, наверное, Darkest Delivery вышел новый аниматроник из FNAF 2. Ожидаемо. Вы можете предположить, что это Wizard, но, как, наверное, вы поняли по названию ролика, это JJ. JJ является новым аниматроником Форсаке, наверное, второй части FNAF. А теперь нам осталось ждать марионетку и всю линейку Wizard. Я, может быть, кого-то еще забыл, но не знаю. Ух, так. Ну что же, давайте посмотрим. Активируйте приманку JJ сразу. И JJ заведет эту вечеринку в самый разгар. Начинаем. Что же у нее по механике? По механике она как AWO Special Delivery. То есть она как бомбой. Но при хайвайре нужно отворачиваться. Ее радиус помех очень хороший. Вообще без фонарика идеально слышно. Поэтому, в принципе, будет легко, я думаю, победить. Нужно просто при хайвайре отворачиваться в маску. А, еще бы у меня интернет работал, ага. А, вот он. Поэтому нужно отворачиваться. Сидеть в маске нет смысла всю игру. Как видите, она еще может делать Drain Power, как это делает Toy Freddy. Он бежит. Ой. Я забываю. Знаете, по привычке. Будто бы бомбой. Но бой с ней не должен долго длиться. Ой, что такая грязная. Анимация у нее как у бомбоя. Поэтому, в принципе, тут ничего интересного нету. По шоковой анимации. И с первой попытки нам ничего не выпадает. Ладно, ладно. Ну, у нас еще много попыток. Кстати, ее приманок тут дают, в принципе, нормально. Тут еще дают приманки на Боунбоя. На Винера Боунбоя. И вот сама ее иконка профиля, конечно, выглядит она уклада, да? Ну, типа для того, чтобы их отличать с Боунбоем, но это просто это вообще будто бы кто-то резанул неправильно ее. Начинаем второй бой. Ох, я в форс давно уже не заходил, кстати, давайте почитаем сообщения, потому что, наверное, все уже их читали, просто я даже не видел. А они у меня не грузятся. Ну ладно, тогда пофигу. Что же, вот она, еще одна JJ. Ну, как вы поняли, механика у нее легкая, просто главное успевать отворачиваться, да и отворачиваться не сильно времени тянет много. Ой, хватает много времени. А помехи радиус очень хороший. Я такие люблю помехи вообще прям. Советую стать радиус рядом с помехами. Опа. Вообще можно всю игру сидеть в маске, но мне так не нравится. Вот так. Ну, Power Drain делает, кстати, часто, что будет маленькой проблемкой. Но если у вас хорошая реакция, вы можете сидеть в маску за микросекунду, услышав звук, то тогда да. Все будет отлично. И я опять тоже ничего. Кстати, JJ, как вы поняли, имеет свое отдельное ЦП.
покажу. А, вот оно. Оно возле мальчика с шариками. С шариком, извините, пожалуйста. То есть оно рядом. Кстати, в прошлом обновлении поменяли цпкэнди, как вы видите, оно стало другим. И все, вроде бы цп никого больше не меняли. Ну, из тех персонажей, которые у меня есть. Особенно я ничего не заметил. А, ну Энда давно уже цп поменяли. Все давно уже знают, что Энда поменяли цп. 0-2, который. Так. Ну что же, где Джей-Джей? Вон он, Джей-Джей. Ну, как вы поняли, она вообще супер легкая. Просто главное не ошибиться случайно, что может привести вас к сливу катки. Ну тут я затупил. Ходит далеко от помех. Когда шарик надувает, уходит далеко. Поэтому будьте осторожны. Она может убежать далеко, когда она надует шарик. Так, смотрим. И с последней попытки тоже нам ничего не выпадает. Очень обидно. Ну ладно, в принципе, еще много будет шансов что-то выбить. Надеюсь, что я вообще что-то выбью. Посмотрим. О, новая музыка в магазине. Ну, классная музычка. Ничего нового не добавили, кроме мини-набора Джей-Джей. И приманки. Ее, кстати, за 250 подскоинов всего лишь. Новых иконок ничего нету. То есть прям совсем ничего. А, ну и, кстати, кто знает, уже Pop Goals, Freddy Plus, Candy и Funtime Foxy присоединились к нам навсегда. Точнее, Funtime Foxy. Они теперь можно их купить в магазине легко вообще за монетки. А вот Creation'а там остальных нужно уже будет ждать отдельных акций с боссами. То есть чтобы вышел новый аниматроник босс, либо какое-нибудь возвращение. Ну, вряд ли будут возвращать персонажи из фанверса, потому что это как бы, ну, странно, они эксклюзивные. Ну ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, с вами был Зермет, всем удачи и всем пока-пока.